Пишет Елена. Я как-то приобрела на Озоне два маленьких тюбика тонального крема разных оттенков, номер один и номер два. Заказы были сделаны в разные дни, потому что крем номер один очень понравился. Вслед за ним решила взять и другой оттенок тоже. Данные об этих покупках сохранены в моем личном кабинете на Озон. Получив крема, я, как это делают все женщины, проверила цвета тональников на внутренней стороне запястья. Там кожа самая светлая и разница в оттенках хорошо заметна. После чего в течение нескольких недель я пользовалась обоими номерами. Тон 1 был светлее, а 2 более бежевый. Я наносила их на разные участки лица. А потом случилось нечто необъяснимое. Перед этим у меня произошла неприятная стрессовая ситуация в жизни. После чего, видимо, я сильно просела в вибрациях, а по факту провалилась на другую ветку реальности. В результате в косметичке у меня оказалось два абсолютно одинаковых тональных крема под номером 2. Я сначала глазам своим не поверила, смотрела на тюбики и не понимала, как такое возможно. В какой-то момент даже готова была поверить, что по ошибке заказала два раза одно и то же. Но нет, информация о заказах опровергла это предположение. Да я и сама хорошо помнила, как сравнивала эти два оттенка, как рисовала ими на собственной руке. Плюс к тому, я же собственными глазами видела маркировки 1 и 2 на двух разных тюбиках. Вот такие вот чудеса. А на деле так и проявляется трансерфинг. Стресс или другие сильные эмоции являются, видимо, катализатором этого процесса. И, наверное, если бы мы были более внимательны, то замечали бы много отличий между вчера и сегодня в течение всей жизни. Недаром жизнь всегда сравнивают с рекой. Пишет Ольга. У меня есть совсем недавняя история, объяснить которую я никак не могу. У нас проходил концерт детской студии. Я, как преподаватель, нарядилась и купила накладные ногти, так как делать маникюр пианистам бесполезно. Концерт мы проводили за городом на базе отдыха, и после него было чаепитие и игры на улице. Поэтому я надела легкую прогулочную куртку. Во время игр один из накладных ногтей с правой руки безымянного пальца стал отрываться. Я его сняла и сунула в карман. Отгуляли, вернулись в город. На следующий день работа. Я сняла дома остальные ногти и выбросила. На утро на работу надела шубу. Пришла в студию, открыла кабинет. Сразу положила ключи в правый карман шубы. Сняла ее и повесила в шкаф. Каково же было мое удивление, когда я глянула на безымянный палец правой руки. Такое впечатление, будто что-то к нему прилипло. Это был тот самый ноготь. Он прям приклеился на свое место. Но как? Куртку я надевала только на этот выезд. Сняла ее вечером, шубу надела утром, по карманам не шарила. Зачем? Ведь я уверена во всех своих действиях и помню свое безмерное удивление и попытки логически объяснить. Но на том же самом пальце и приклеен ровно, как будто там и был. Пишет Пирсон. Давно, лет так 15 назад, однажды в субботний вечер мы с женой собирались в баню попариться. Пока я что-то искал и задержался, она вышла из дома первой и ушла до бани, но якобы что-то забыла и вернулась это взять. Я отчетливо видел, что она зашла, прошла мимо меня и взяла из шкафа что-то из вещей. Я еще даже заговорил с ней и спросил ее, что же она забыла из вещей, на что она просто промолчала. Прошла также мимо меня и вышла из дома, якобы обратно в баню. Уже после того, как помылись и уже вернулись домой, я вспомнил это и спросил ее, за какой вещью она все-таки возвращалась домой до бани, на что она наотрез отрицала, что не возвращалась и не заходила в дом. Я думал, может, она что-то запамятовала и много раз объяснял, что она возвращалась. Но она твердо стояла на своем и отрицала, даже покрутила у виска и сказала, что со мной что-то не так. Так кого же я все-таки видел, если не ее? Вот вопрос. Пишет Юлия. Очень часто случаются подобные дежавю. Из последних. Не могла найти кредитную карту. Смотрели везде, куда могла бы ее положить. Привлекаю дочь. Ищем вместе.
Обе смотрели в одном и том же месте, и через некоторое время находим ее там, где несколько раз уже смотрели. Точно были уверены, что ее там не было. Такие моменты происходят постоянно. Сначала удивлялись, а теперь обе говорим. А, опять перемещение параллельных реальностей. Пишет Света. Искала пропавшее ювелирное изделие. Не как ценность, а как память. Искали везде. А ночью приснился голос и указал, где лежит. Проснулась и с уверенностью протянула руку. И там это было, хотя там смотрели два человека. Пишет Максим. Однажды я стоял около окна и курил. Пепельница стояла на подоконнике. Я сделал неловкое движение, и пепельница упала и разбилась. Но половина пепельницы почему-то осталась на подоконнике. Не знаю, как так получилось. Пишет Нина. В прошлом году повезла меня подруга на экскурсию в Дмитров. Сама она там бывает часто. Вышли из электрички и пошли по улице. Но вдруг она встрепенулась. Вроде как не туда идем. Странно, дорогу-то хорошо знала. Оказались в совсем безлюдном месте. Только хрущевские пятиэтажки и разбитые дороги. Навстречу идет мужчина лет 60. Спрашиваем, как пройти к Кремлю? К какому Кремлю? Нет в Дмитрове никакого Кремля. Ну как же? Это же самая большая достопримечательность города. Вы что-то путаете. Крепость есть, собор, монастырь. А Кремля никогда не было, подруга говорит. Вот весь комплекс и называется Кремлем. Нет, говорит, никто здесь это никогда так не называл. Я с рождения живу в городе. Удивились и пошли ее внутренним компасом. Я говорю, а тебе не показалось, что дяденька был какой-то очень советский? Такой советский интеллигент и даже одежда тех еще времен. Вышли к Кремлю. Проголодались. Зашли в кафе, которое располагается в очень старом строении, прямо на территории Кремля. Подходит хозяин. Спрашиваем, называется ли этот комплекс Кремлем? Ну конечно, все это знают. Уф, с возвращением. Предложил нам стол. Я села. И тут меня накрыло очень мощное дежавю. Я точно знала, что уже была здесь, хотя в Дмитрове впервые. Хозяин тем временем рассказывает, как исторически знаменито это здание, кто и когда в нем останавливался по летописям, а я еще несколько минут просто сидела и пыталась зацепить ускользающее воспоминание непонятно чего. Давно такого не было. Мы предположили, что когда сбились с пути, оказались в реальности, где либо вообще никогда не называли комплекс Кремлем, либо назвали так позже. С дежавю тоже есть предположение, но это уже другая история.